В четверг питерский «Зенит» на своем поле провел первую встречу в рамках группового турнира Кубка УЕФА. Соперником вице-чемпионов России был один из лидеров греческого чемпионата АЭК. Надо отметить, что матч для нашей команды начался неудачно. Уже на третьей минуте греки провели опасную атаку, которая завершилась взятием ворот Вячеслава Малафеева. Константинидис прорвался по левому флангу и пробил в дальний угол. Мяч попал в штангу и отскочил к набегавшему Красосу, который буквально с линии ворот внес мяч в сетку. Неожиданный гол несколько остудил атакующий пыл хозяев. Подопечные Вестимила Петержелы за весь первый тайм не создали, по сути, ни одного опасного момента у ворот гостей. Греки же умело контролировали игру и не раз могли увеличить счет. И все же на последней минуте первого тайма питерцы сумели восстановить равновесие. Отличился Андрей Аршавин. Этот гол вдохновил хозяев. После перерыва российская команда преобразилась и проявила себя во всей красе. Все началось с точного удара Александра Киржакова на 48-й минуте. Через 6 минут он же оказался первым на добивании, увеличив преимущество своей команды до 2 мячей. После чего АЭК сдался на милость победителя, и «Зениту» в оставшееся время удалось забить еще 2 мяча. Их авторами стали все тот же Киржаков, оформивший хет-трик, и вышедший на замену Игорь Денисов. В итоге убедительная победа российской команды. 5-1.